Абитуриент экономического факультета готовился к экзамену. А как вам известно, перед экзаменами обостряется раздвоение личности и появляется множество соблазнов отвлечься. Эй, ты чуешь? Ты телефон звонит. Че, тобі на гаджет меседж прийшов. Уйдите! Мне кажется, или воробей пролетел. Капитан! Капитан Джек Воробей. Лицо знакомое. Я угрожал тебе прежде. А да так вот о чем это я? У тебя ответы на билеты есть? Лучше. У меня есть рисунок ответов. Но тут же ничего нет. Она что просто белая. Зараза. Нужно найти ответы. Но все это мелочь, ведь у меня опять увели мой корабль. Смекаешь? Поможем друг другу. Дорогу. Дамы, нам нужны ответы на билеты. Это я не заслужил. А это мне за дело. А у вас есть ответы? Эдди, глянь, какая хорошая тёлочь. Эдди, я объявил 9 лайков. Ушли. А у вас есть ответы? Просишь у меня ответы, но ты уже ответил на уважение? Да, на колени! Да не мне на колени! Господи! Конечно, здесь нам ничем не помогут. Давайте я отведу вас к двум заучкам. Там ответы точно есть. Джек, я же тебе говорил, что эта горничная нас заведет и бросит. Никому не двигаться? Кажется, я пролил мозги. Фу, Париж. Сегодня на паре буду крепко спать. Но буду жить, как я есть. И все соседи мои друзья. У всяких есть тараканы, а всякие тарифаны защищают вас. А у вас есть ответы? А вы кто такие? Гуманитарии, технари? Экономисты. А, ну вы как, держитесь, счастья, здоровья, хорошего настроения. Так, значит, ответов у вас нет? Нет, но мы знаем, где они есть. Следуйте за тараканами.
Стоп, но ведь это же далматинцы. Для коменданта это таракан. Я просто хотел приходить. Нам столько нужно тебе рассказать. А спонсор сессии – кофе из автомата. Кофе из автомата – осадок на дне и на душе. Джек, ты не забыл, зачем мы сюда пришли? Дамы, а у вас есть ответы на его билет? Ответов на билеты нет, но если принести в жертву... Носок! Кажется, мой. Точно мой. Здесь. Никаких жертв. А может быть, это ритуальный танец? Ну ладно. На найкращому у світі факультеті, на кращому економічному факультеті. Вітаємо!